Ночью, 2 октября, в Пресненском районе Москвы бетономешалка, наполненная цементом, провалилась в котлован. Об этом сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции. Инцидент произошел на Звенигородском шоссе около дома номер 3А. Водитель грузовика марки Mercedes, сдавая задом, подъехал близко к краю котлована теплотрассы, в результате чего под задними колесами провалился грунт, и техника укатилась вниз. При падении бетономешалка зацепила и повредила трубу. Прибыл эвакуатор, которым зафиксировали с помощью троса грузовик до приезда автокрана. На данный момент происходит слив находящегося внутри транспорта бетона. Предварительной информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.